Ну вот я нахожусь на своем доме. Это бывший калашнический дом. Сейчас я себе покажу. Вот. Вот я машину уже выгнал. Мотоблок поставил в гараж на место машины. Ну вот так, в принципе, сам дом-то, в принципе, не пострадал. Так, немножко где-то что-то по мелочи отпало. Так, все, слава богу, целое. Сейчас полезу на голубятни и покажу, что с голубятней. Сколько там голубей, чего. Вот это я кошкам сварил манную кашу, молока добавил. Остужается. Это вот голуби, какие погибли за зиму. 5 штук. Я их сюда положил сейчас. Ой! Оперся на столбик, а он гнилой оказался. Так. Вот они какие голубки. Голуби, не знаю, кто там. Вот. Вот так это они выглядят. Вот это Иосиф мне уже сказал, что 5 штук их погибло. Так. Ну вот тут дрова как лежали, так и лежат. Крыши, слава богу, целые здесь. А, еще хотел показать. Да-да, на голубятни сперва. Так. Вот. Заложу по лестнице. Вот они. Голуби наши, голуби. Гули наши, гули. Это бутылки, вот то, что мы воды набирали. Тут вот зерно в тазиках. Вот. Сейчас вот тут. Ой. Покажу дальше, что тут еще у нас есть. Это вот тут у меня вода хранится. Воду я только что сменил. Залил 2 пятилитровки. Там была мышь плавала мертвая. Но они каждый раз ловятся. Их надо почаще проверять воду. Вот в кормушках что как. Ага. Вот в тазике зерно. Иосиф сказал, что зерно, которое мы брали на дороге, он заметил после этого зерна, как он насыпал, погибали, сразу стали погибать голуби. Вот эти вот, один за другим, говорит, я, говорит, не знаю, то ли от этого зерна все-таки, или какие-то другие были именно, от чего-то условия. Но именно он заметил, что после этого зерна, говорит, я перестал его давать. Это когда мы ехали с Корчина и увидели зерно рассыпанное на дороге, вот набрали его. Может, даже она была отравленная, с кузова высыпалась на поля. Или откуда, я не знаю. Хотя мы это по осени брали. Не должно было быть. Так, вот они на солнышке греются, им хорошо. Вот мы доску, которую сделали с бортиками. Вот зерно лежит. Иосиф удивлялся, говорит, все время, брат, что, говорит, раскидывают зерно так, как курицы, говорит. Вот такие палатки у них. Вот они уже. Вон они. Гули наши гули. Гули наши гули. Все дыще да хвалит Господа, да, гули? Все дыще да хвалит Господа. Вот они. Резвятся, ребята. Вон еще одни. Угу. Ну вот так вот. Ну как вы тут поживаете? А, гули? Гули наши, гули. Радуются жизни. Но сколько их тут примерно, я не знаю. Вот тут только на виду 6. 3, 6, 7 даже. 7, да? 8. 9, 10, 11. Вот они по гнездам сидят. Там вот 12 копошится. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21-22. Ну вот пока я вижу 22, там еще вот голубка в дальнем конце сидит, 23. Ну примерно вот так вот. Где-то голубей 25, наверное, будет в среднем. Ну вот так вот. Слава богу. Этот маленький, не знаю, что он там. То ли на солнышке, то ли уже. Скоро кирдык ему придет. Вот они. Радуются жизни. Ну вот так вот. Слава богу за все. Вот так выглядит голубятни. Наша, как говорится, обзор весь. Вот так вот. Ну все, слава богу за все. Аллилуйя.